Я не ломаю комедию, а ты точно ищешь возможность поймать пулю в лоб. Так будет проще всего. Мы должны спасти его. А кто против нас? Главный дилер Индии против главного дилера Бангладеш. Парня похитили. Сына наркобарона. У тебя 16 часов. Мы знаем, что 6 часов назад он был еще жив. Если хочешь выжить, делай, как я говорю. Кто вы? Имя? Ови. Пригнись и побежали. Что-то не так. Город оцеплен. Нас кинули. Тайлер. Тайлер. Достань мои деньги. Да, попал парень в переплет. Его некому защитить. У тебя есть семья? Да, сын умер несколько лет назад. Самое милосердное – это подняться к нему прямо сейчас и всадить ему пулю в голову. Я отправлю за тобой вертолет. Парня придется оставить. Ты оставишь меня на улице? Я спасу тебя. Хватайся за мой жилет и держись крепче! Ну что, ты мне веришь? Нет. Хорошо. Ты всегда был такой смелый. Я вовсе не смелый. Ты спасаешь людей. Бывает иногда. Да бывает наоборот.